Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей 44, 45 и 46 лет. В зависимости от роли каждого, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренными частями 1 и 2 статьи 209 Уголовного кодекса Российской Федерации, это бандитизм, и части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, это убийство. По версии следствия, в период времени с 2003 года в городе Владивостоке 45-летний фигурант создал устойчивую вооруженную группу, банду, и руководил ею. При этом для участия в банде и совершаемых ею нападений привлек двух своих знакомых и других лиц, которые входили в структурное подразделение банды и в течение длительного времени поддерживали между собой тесные отношения. За денежное вознаграждение занимались обеспечением безопасности деятельности предпринимателей малого и среднего бизнеса, подконтрольных руководителю банды. С момента образования банды и до 1 февраля 2023 года они совершали нападения на предпринимателей с целью вымогательства денежных средств с использованием огнестрельного оружия. Убийства, в том числе с целью завладения коммерческими предприятиями. Фигуранты незаконно приобретали оружие и боеприпасы к нему, которые использовались при нападении на граждан. В настоящее время подозреваемые задержаны и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи провели обыски в жилищах задержанных лиц, изъяты предметы, имеющие значение к расследованию уголовного дела, в том числе средства связи. Сейчас продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленные на сбор доказательственной базы, а также на установление их причастности к совершению иных преступлений.